Воспитанник Междуреченской школы легкой атлетики, чемпион России. Отличный результат Федор Соляков показал в Кирове. Там проходят чемпионаты и первенство страны по легкоатлетическим многоборьям. Соревнуются сотни спортсменов, в том числе участники Европы и рекордсмены нашей страны. И уже в первый день уроженец Междуреченска стал лучшим в семиборье. В Полысаеве прошли областные соревнования по лыжным гонкам. На старт вышли около 400 спортсменов. Междуреченск представили воспитанники Евгения и Александра Куделькиных. 22 гонщика. В итоге четверо земляков в первой шестерке, а Иван Поздняков занял третье место. В Кемерове завершились соревнования по женскому боксу. В чемпионате и первенстве Сибири участвовали более 130 спортсменок. Междуреченск представили 5 девушек и все в призах. Бронзовые медали завоевали Диана Глушаева и Полина Шестакова. Полина Грищук стала второй. А Полина Кулак и Софья Михеева завершили соревнования с золотыми медалями. Таким образом, попали в сборную Кузбасса. Впереди у девушек первенство страны.